с Миланой на горку. Я сходила за ледянкой, они сидят с папой в машине. Сейчас будем кататься. Мы сегодня взяли Лёву на горку. На горку опять идем. Смотрите, какой рюкзак. А ты чего, папе не оставила? Будешь с него кататься? Да. Чтоб кто-то увидел. Чтоб все увидели, да? Да. Сегодня ветер какой-то только. Ну да, ну чуть-чуть холодно. Ну мы немножко покатаемся и пойдем, да? Ну мы до ночи будем гулять. Ну точно. Ну до вечера то есть. До вечера. До вечера. Да, уже это почти, можно сказать, 30 дня. Ну да. Скоро вечер. Да? Мы уже поздно проснулись. Ну я всегда маму так рано бужу. Вообще будет каждый день. В 7 утра. Ну я тогда-то встаю в 5 утра. Да? Ну когда-то будет. Ну когда же я устаю. Ну когда же я устаю, когда в садике не спала. А когда в садике не спала, но я тоже не сплю. Смотрите, что это там народу. Смотрите, ребятишки, сколько народу, да? Да. Хорошая горка у нас. Ну то вообще скучно. Ну, если давай сейчас пойдем кататься. Ну а я что сделаю, что ты недалеко? Вставай, поднимайся. Давай, давай. Ветер. Холодный ветер. Давай, садись. Села? Да. На старт, внимание. Поехали! Летящийся рюкзак. Ой, ребятишки, какие смелые. Ой-ой-ой. Ну, шевелись. Аккурат. Ты куда ловись, доча? Милашка. Садись, упала? Ну не больно? Что-то я недалеко выезжаю. Ребятишки! Врезались! Ох уж врезались! Ну что, вставай, зайка! Я тебя подожду. Попой хочешь? Да, попой. Я тебя догоню. Ты меня догонишь. Пока! Не бойся, я тебя жду. Так, стопы. Попадешь, давай катись. Потрогала? Да. Давай. Потерял, летела, все. Как девочка быстренько катается, маленькая, да? Он бегает там. Но катается, берет так, садится, поднимается. Милана так маленькая не ходила, ее надо было на саночках.
Ну, да. Не, это, кстати, зайка не будет. Спаниелька это. Давай быстрее. Вот она, эта маленькая девочка покатилась. Милана любит через эту ямку прыгать, да, когда мы идем домой все время. В прошлый раз в темноте шли, и Милана все прыгала через нее, и прыгала, и прыгала, и прыгала. Не знаю, чем она так Милане нравится, да? Здесь у нас теплотрасса проходит, и все тает. Даже земля тепленькая, рыхлая, вон какая, не мерзлая. Да, доча? Все, мы уже идем домой, да? Нет. Нет? Милане хочется попрыгать. Тыщ-тыщ. Ну, Милана, ну что ты мусор весь собираешь? Ну что такое? Уже сопельки растаяли. Сопельки у Милана уже растаяли. Рыкс-тыдыкс-тыгыдыкс-тыдыкс. Сейчас потопали. Нет. Мама уже сегодня устала и работала, и фестиваль ездили, и везде были, а да? А вот, знаете, этот рюкзак очень дорогой. Много тикетов этот рюкзак, да, да, стоил? Да, покажи. Очень дорогой он. Ой, вон он как цвет меняет, вы посмотрите-то. Вообще, давай. Так, дай, покажи целый еще комплект. Раз. Покажи еще раз. Может, это целый комплект? Да, у Миланы такой есть комплект. Смотрите, как он блестит, да, вообще? Ой, какой крутой. Красотища. Ни у кого такого, думаю. Ну, давай, пойдем домой.